4 мая 1945 года. Командование 1-го Украинского фронта издало директиву о начале Пражской операции. Войска, стремительно наступая, должны были разгромить Дрезденско-Горлицкую группировку противника и на 6-й день военных действий танковыми армиями предстояло овладеть столицей Чехословакии Прагой. Определялась и дата операции – 7 мая. Тем временем войска 2-го Белорусского фронта, наступая севернее города Штеттен, переправились через пролив и захватили плацдарм на острове Волин. Немцы, стараясь отбросить советские подразделения, предприняли 11 контратак, но вынуждены были сдаться, и Красная армия захватила город Волин. В этот день, 18-34 мая, в штабе Монтгомери подписан акт о капитуляции всех германских вооруженных сил на северо-западе Германии, Голландии и Дании. В связи с этим, 4 мая 1945 года, начальник штаба Верховного командования Вермахта генерал-полковник Йодель издал директиву об образовании на территории Чехословакии и Австрии группы армий «Остмарк» и необходимости продолжения сопротивления советским войскам ради спасения как можно большего количества гражданского населения от Красной армии. В директиве было сказано, если Богемскую область более нельзя будет удержать, то приказываю отходить в юго-западном направлении с целью вывода боеспособных сил из зоны влияния русских. В Берлине подавлено сопротивление последних небольших нацистских группировок, пытавшихся прорваться из окрестностей города на запад. В тот же день, 4 мая 1945 года, в бою под городом Потсдам погиб герой Советского Союза, лейтенант Василий Михайлович Никитин. Он заслужил это высокое звание в январских боях севернее Варшавы. Одним из первых в полку под сильным огнем противника командир с пулеметным взводом переправился через Вислу, преодолев проволочные заграждения. Бойцы овладели траншеей и уничтожили вражеский дзот, давая возможность Пирина переправиться своим товарищам из полка. Получить эту высокую награду лейтенант Никитин не успел. 4 мая 1945 года шел 1413 день войны. До нашей великой победы оставалось 5 дней.